Приятная музыка, приподнятое настроение и улыбки. А ведь что еще надо, чтобы состоялся настоящий праздник? Особенно, когда речь идет о дне рождения любимого и родного поселения. От всей души поздравляю жителей сельского поселения Булатниковского, поселка Новодрожжино. Желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой. Ну и видите, будем стараться дальше все делать благоустройство, чтобы все у нас было здесь хорошо и по-честному. Несмотря на богатую историю, день поселения в Булатниковском отмечают только последние 10 лет. А в Новодрожжино торжественные мероприятия проводятся лишь в третий раз. Долгие годы поселок находился в запущенном состоянии. И только после того, как он был принят в муниципальную собственность, жизнь здесь стала налаживаться. Мы забыты Богом. Хочется пожелать, чтобы наконец-то нас обратили внимание, администрация, навели порядок в нашем поселке. И мечты местных жителей непременно сбудутся, ведь совсем скоро здесь начнется плановое благоустройство, и Новодрожжино станет красивым и облагороженным. Еще одной площадкой, где в этот день проходили торжественные мероприятия, стал административный центр поселения поселок Измайлово. Здесь во время праздника бесплатно работали детские аттракционы. Вообще малышам в Булатниково уделяется особое внимание. Многое делается для развития детско-юношеского спорта, за что и получил благодарственную грамоту один из тех, кто принимает активность. Участие в этом развитии. У нас есть детишки, уже они второе место, третье место занимают. На первое пока мы не тянем, но движется потихоньку. Поздравить местных жителей с праздником в Булатниково приехал глава Ленинского района Олег Хромов, который рассказал людям о планах развития поселения и, конечно, сказал свои слова пожелания. Я хотел бы поздравить, пользуясь случаем, жителей поселения и жителей Ленинского района с замечательным таким праздником, праздником Малой Родины. Мы всегда должны помнить о своей Малой Родине, где мы выросли, кто-то где-то родился, кто-то сюда приехал, и мне хотелось бы, чтобы наши новые жители воспринимали жизнь в Подмосковье, воспринимали жизнь в Ленинском районе, воспринимали жизнь в Булатниковском поселении, так же, как бы они воспринимали ее в том месте, где они родились, где находится их отчий дом. Поздравлений и пожеланий в этот день еще было очень много. Праздник сплотил жителей поселения, которым не так часто удается собраться всем вместе. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.